Анапчанка Ева Пекарская окончила детскую музыкальную школу номер 1 по классу флейта. Начинала с блок-флейты, после перешла на ученическую. Признается, стать музыкантом мечтала с детства. В будущем планирует поступить в музыкальное училище в Новороссийске. Это прекрасный инструмент, с которым очень легко работать. Ну, в данном случае мне легко с ним работать, поэтому мне нравится. Мне надо показывать себя, надо учиться выступать на сцене и правильно чувствовать сцену и не волноваться. Анапу на конкурсе представляет 22 исполнителя. Всего же на сцену выйдет около 80 артистов со всей страны. Участники соревнуются в вокальном мастерстве, инструментальном исполнении, цирковом искусстве и хореографии. Самому младшему конкурсанту 5 лет. Хотя возрастных планок нет, принять участие в конкурсе может любой желающий. Насколько богата вот наша земля талантливыми детьми. Если конкретно, что касается этого конкурса, очень многие ребята просто вызвали восхищение, удивление тем, что, несмотря на свой довольно-таки маленький возраст, они уже просто звезды. И ведут себя как звезды, и исполняют они действительно как звезды. Просто есть чем гордиться, вернее, есть кем гордиться. Жюри оценивает артистизм, мастерство, оригинальность номера и качество исполнения. Количество призовых мест не ограничено. В каждой номинации есть гран-при. Фестиваль только набирает обороты. В Анапе проводится второй раз. Однако организаторы выражают надежду, что лазурная звезда получит на курорте постоянную прописку. Допустим, в прошлом году мы в городе Анапе набрали всего 50 человек. И второй конкурс у нас уже было 60 человек. В этом году уже 90. Поэтому, я думаю, база участников именно в вашем городе у нас наберется. И на следующий год мы привезем уже 150 человек. И я Анапу вообще обожаю. Я в прошлом году, как сюда первый раз приехала, я просто влюбилась в этот город, маленький курортный городок, уютный такой. Лауреаты первой степени и обладатели гран-при в номинации «Хореография» получат сертификаты на участие в ежегодном конкурсе лауреатов в Сочи. Итоги фестиваля подведут сегодня на гала-концерте.